как это работает? Представим человека в качестве персонального компьютера, где мозг – это винчестер, на который установлена операционная система. Повседневный день – это запуск определенных программ и приложений. Программа сна и бодрствования, работа, учеба, отдыха, приема пищи, гигиены и так далее. Чем чаще происходит использование программ, тем сильнее происходит привязанность к ним, что не исключает замену более используемой программой, редко использующей. Что делать? Чтобы обновить операционную систему, необходимо избавиться от вредных программ, либо заменить их на другие. Для этого можно использовать следующие методы. Медикаментозные. Фармакологические компании не стоят на месте и постоянно синтезируют вещества, способные отключать или удалять определенные программы. Духовные. Существует множество учений и практик, в которых содержится информация по обновлению операционной системы. Волевой. Способен перевернуть горы? Тогда просто откажись. Без собственного желания ничего не получится.